Так. Коллеги, почему-то у меня Инстаграм завершил эфир, но все сохранилось. Все сохранилось, и сейчас как раз начнем сразу с техники. Так. Коллеги, кто хочет попробовать проработать на себе, добавляйтесь, пожалуйста. Я хочу предложить вам провести предмет в теле, технику на психосоматику. У кого есть какая-то психосоматика? Так. Здравствуйте. Так, сейчас я выключу комментарии. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана. У меня 21 год, боли в правой стороне шеи. А и начались они с тех пор, как я вышла замуж. То есть никогда раньше не беспокоила. И вот уже 21 год меня сопровождают эти боли. А как вы впервые? Когда впервые вы почувствовали, что это было? Как происходило это? Впервые это было где-то через полгода после замужества. И, ну, так совпало, что как бы я простудила. Была еще тогда зима, и так почувствовала, что вроде как простыла. Но до этого как бы никогда не беспокоили меня эти боли. Но так совпало, что это простуда была, что вот именно застудила, сидела у окна в транспорте в общественном, и так получилось. Так, хорошо. Как потом получается, продолжала боль даже во время выздоровления или только во время простуды она возвращается? Боль с тех пор меня сопровождает, знаете, нет никакой систематики в этом, то есть сейчас дошло до абсурда, я могу просто вот во сне потянуться, и у меня сразу как-то что-то там заклинивает, и я просыпаюсь уже с болью. То есть нет никаких таких вот ярких эмоциональных или физических каких-то предпосылок. Пробовала, была у остеопата, очень много лет ходила, все это как-то помогало на некоторое время, но, опять же, стоило как-то что-то двинуть, просто движение, любое движение, как-то, может быть, шеи, и сразу все, боль возвращалась. Так, а медицинский аспект, что врачи вообще говорят, вот официальная медицина? Вы знаете, УЗИ я не делала шейного отдела, так что нет официального не обследовались, только к остеопатам, не традиционной да, медицине. Да, вот остеопат именно помогал облегчить как бы эту боль. На некоторое время все вставало на свои места, все это продолжалось как бы. И сейчас просто нет никаких, меня беспокоит то, что я не могу даже отследить. То есть это не то, что я там поднимаю, делаю какую-то физическую активность или что-то там происходит, какая-то физическая нагрузка в жизни. Нет, это просто вот смешно даже, вот просто потянуться во сне и вот просыпаешься уже с такой шеей. И до этого, до 21 год назад, у меня никогда не было никаких проблем с шеей. Да, приятного мало. Получается, влияет так сильно на функциональную часть жизни, да? Ограничивает вас. Она, так скажем, я дееспособная, конечно, не инвалид, меня это ни от чего не ограничивает. Единственное, что очень неприятное ощущение. То есть я не могу поворачиваться, разумеется, то есть ограниченность движения и, ну, в принципе, все. Хорошо. Светлана, ну вот сейчас чувствуете, да, эту боль? Есть она? Да, как раз на прошлой неделе вот случилось опять очередной эпизод, потянулась во сне, проснулась вот уже с такой шеей. Сейчас самой боли очень сильно ярко не выражена, есть немножко скованность движения, не могу до конца
повернуть. Хорошо, хорошо. Давайте тогда попробуем. Конечно, 21 год – это такая уже какая-то ситуация застоявшаяся. Попробуем. Смотрите, буду немножко разделять по функциям и вам немножко проговаривать, чтобы студенты тоже это все слышали. Значит, первая наша задача – установить локализацию ощущений. И я буду задавать вопросы, немножко они такие будут нелогичные. Нужно просто визуализировать и отдаться такому бессознательному потоку своих мыслей и ощущений. Хорошо? Хорошо. Больше на тело ориентируйтесь. Я спрошу вас, как этот предмет вы могли бы визуализировать? На что он для вас похож? Это, скорее всего, острый какой-то колкий, такой колющий предмет. Как что? Скорее всего, как нож. Как нож. Хорошо. Нож лезвием внутрь или наружу? Внутрь. Внутрь. Хорошо. Постарайтесь разглядеть размеры. Сколько сантиметров? Около 6-7 сантиметров. 6-7 длина. А ширина? Где-то полтора. Хорошо. Посмотрите, вокруг него какие границы, какие ощущения, как он там находится? Он очень направлен в одно место. Я его чувствую вот прям очень целенаправленно вот именно в это место, где у меня болит. То есть он очень ограничен в своем движении, и вот он именно вот в том месте, где вызывает боль. Хорошо. Как вам кажется, он имеет свою температуру? Да, прохладные. Более скорее к холодному. Назовите. Ну, это вот скорее, если металл положить в морозильную камеру, наверное, вот это вот такой вот остывшая температура, точно нужно. Ноль, Да, может, надо по вашим ноль ощущениям. Назовите, градусов. пожалуйста. Ну, 0 градусов, Ноль. наверное. Хорошо. Хорошо. Как вам кажется, у него есть своя масса? Сколько он весит? Мне кажется, в районе 100 грамм. 100 грамм. Хорошо. Он имеет какой-то цвет? Цвет металла и сама ручка. Коричнево-черная, темного цвета. Хорошо. Хорошо. Как вам кажется, в нем есть напряжение? Да. Хорошо. Хорошо. Двигаемся дальше. И следующая наша задача установить, какие функции он выполняет в вашем теле. Ощущения. Скажите, пожалуйста, он давит там, в том месте? Да. Давит, хорошо. Вы сказали, что колет, это я зафиксировала. Давит, жжет или нет? Нет, скорее нет. Не жжет. Он распирает или нет? Нет, не сказала бы. Нет, хорошо. Он мешает на физическом уровне? Да. Он Да, хорошо. мешает движению. Хорошо, амплитуде, да? Да. Хорошо. Он движется или неподвижен? Неподвижен. Неподвижен. Хорошо. Так, что сейчас? Как ощущение? Как-то он меняется? Ну, я его очень хорошо сейчас достаточно чувствую. И вот именно вот то, что он сдерживает, вот это вот свободное движение мое очень прям четко чувствую. Какое-то напряжение еще Хорошо. даже чувствую от него, да.
Напряжение, отлично, хорошо, что вы с ним в контакте. Третья часть этой техники – это выгоды. Скажите, пожалуйста, на какие ваши действия влияет этот предмет? Первое, что Все, приходит. что связано с головой, все, что связано с движением головы, как-то вот да, нет, наверное, да, наверное, нет. Вот как-то мне так идет, наверное, что вниз, в стороны. Хорошо. А на какое действие конкретно, допустим, не смотреть, не ходить куда-то, больше Не, лежать? наверное, скорее всего, не оборачиваться, я так думаю, потому что вот туда я точно не могу за плечо посмотреть, да, то есть нет. Хорошо, хорошо. Сейчас можете даже такие более из бессознательного вопроса, даже которые вам покажутся нелогичными, все равно их поднимайте. А на какое поведение влияет? На какое ваше поведение он влияет? Прошлое. На прошлое, хорошо. Чему мешает этот объект? Вот как-то открытости пришло. Отлично, мешает открытости. Хорошо. Чему он наоборот помогает? Сдерживает. Сдерживает. От чего? Какой-то, наверное, если бессознательно, что-то вот риск, наверное, какой-то брать на себя или какой-то смелость решения, что-то вот такое идет. Отлично, хорошо. Под влиянием риска, что вам приходилось делать? Видимо, какие-то решения, о которых я сожалела. То есть рисковала, и как-то Можете получалось не вспомнить, очень. какие? Можете для себя вспомнить, какие, можете нам не озвучивать, но зафиксируйте их. Хорошо. Хорошо. От чего вам приходится отказываться? Во время боли ограничивает очень, наверное, физическую активность, да, скорее всего, вот именно подвижность Так, а в какую-то. контексте риска, вот когда вы испытываете А в ощущение, контексте риска. да, вот не можете смелость, решение не хватает, риск, вот от чего приходится отказаться? Какого-то роста перспектив, вот какого-то расширения, что-то вот такое. Отлично, хорошо, дышите. И двигаемся дальше. И я спрошу вас такой вопрос. Что вы можете себе позволить без этого риска? Ну, безопасность как-то вот, что я могу Хорошо. позволить. Без этого ощущения, без этого колющего предмета, какое вы могли бы себе позволить совершить действие, конкретное действие? Что первое приходит? Первое пришло, сломя голову. Сломя голову или как-то вот в омут куда-то вот в какой-то вот броситься в какой-то вот, но не обдумывать, наверное, слишком долго. Как в теле откликается? Как вам сейчас эта мысль о том, что можно действовать, не обдумывая, что это тоже имеет место быть в жизни? С одной стороны, это освобождает даже на уровне физическом энергию. Я чувствую, что это вот можно эту энергию направить туда. А с другой стороны, я себя сдерживаю, поэтому как бы и энергия консервируется, и я не расту и никуда не двигаюсь, получается. Хорошо. От чего конкретно он вас ограничивает? От необдуманных решений. Вот, да. Хорошо. Двигаемся дальше. И сейчас я задам вопрос на оценку жизненных сил, которые вы на него тратите. Считается, что на свое существование объект в теле забирает определенное количество. У кого 50, 70, 30.
эти силы могли бы быть использованы вами в каком-то более конструктивном для вас процессе. То есть энергия уже выделилась, да, из бессознательного, да, ваша энергия уже с вами. И что-то было при рождении заложено, что-то там в детской части, какие-то желания, какие-то потребности, они уже все с вами, да. И вот это забирает сейчас силы, а вы могли бы использовать в чем-то очень важном для вас. Угу. Вот сейчас представьте, что до появления этого объекта, этого ножа, до появления этого объекта у вас было 100%. Когда-то так и было. Теперь скажите мне, пожалуйста, сколько он забрал в процентах из 100? Я, наверное, думаю, так где-то 40, потому что это столько длительное такое время, и я на него трачу вот внимание, свой фокус. Хорошо. Теперь не думая, отключайте логику, только Хорошо. чувствуйте, на что бы вы могли потратить эти жизненные силы? Движение Вот 40 вперед. процентов. Вот. Движение вперед. Хорошо. Угу. Смотрите, так как ничего лишнего в природе существовать не может, энергия способна реализовать себя в виде новых образований. И до тех пор, пока она не будет растрачена нами в активной деятельности, вот в той потребности, которая у нас выработалась. Ведь многие вещи у нас, которые заложены, мы их не осознаем, они в бессознательном. Но если их не тратить, не следовать за своими желаниями, за своими потребностями, а вот так вот долго тратить время на обдумывание, да, эта энергия перегорает, и куда ей деться? То есть все, что нами не осознается в логике, все уходит на тело. У бессознательного остается единственная возможность, да, ну не понимаете вы, покажу вам через тело. И начинает нам это показывать также с агрессией. Допустим, если мы на кого-то злимся, эта злость под запретом, бессознательно мы начинаем переводить в аутоагрессию. Аутоагрессии куда деться? Только на психосоматику. Также здесь, если мы куда-то не идем, куда-то не двигаемся, да, мы можем злиться, переводить это внутрь, и таким образом определенные процессы тоже происходят. Да? Хорошо? Подумайте вот в эту сторону, как вам это откликается вообще? Да, очень откликается. Хорошо, хорошо. Будем двигаться дальше. Не теряйте это ощущение. Так, двигаемся дальше. И сейчас я тоже задам такой вопрос. Он покажется вам немножко нелогичным. То, что из бессознательного. Как вам кажется, этот предмет живой или неживой? Неживой. Неживой. Он обладает своей волей? Да. Отлично. А как он относится к тому, что мы за ним наблюдаем? А не чувствую никакой реакции со стороны этого предмета. Как ему все равно? Да, как-то. Ему все равно, хорошо. Так, как он относится к тому, что мы его обсуждаем? С точки зрения, вот что приходят какие-то осознания, он не возражает, чтобы его обсуждали. Хорошо, ему нравится или не нравится? Выберите. Да, нравится. Нравится. Как раз здесь отмечено, если предмету не нравится, то он быстро разрушается и исчезает. Если же ему нравится, это означает, что для клиента предмет значим, он не хочет с ним расставаться, и в этом случае, возможно, необходимо перейти ко вторичным выгодам. Тоже потом поясню в конце. То есть этот предмет для вас значим, это бессознательно так, хорошо? Мы сейчас вернемся, снова посмотрим, что, как он изменился, и будем двигаться дальше. Как вам кажется, его температура сейчас какая? Кажется, что потеплел. Угу. Потеплел и немножко не настолько глубоко. Он уже кажется, что немножко больше, ближе к поверхности, что ли, как-то подвинулся, наверное. Лезвием или... Глубина. Лезвием. Лезвием. Угу. Хорошо. Назовите температуру. Ну, уже где-то, наверное, плюс 5-6, вот так. Хорошо. Угу. Назовите его массу. Где-то 100, может быть, 80 грамм. Полегче стало, мне кажется. Полегче, хорошо. В сантиметрах длина, ширина изменились? Да, короче он стал. Не, вот, сколько сантиметров, может быть, 6 в глубину.
А ширину? Где-то сантиметр так, наверное. Сантиметр, хорошо. Угу. Так, к этому моменту у вас уже установился хороший контакт с этим объектом. Он активно трансформируется, мы это видим. Он может даже исчезать и прятаться, но мы будем его возвращать. Так что фиксируйте на нем, продолжайте с ним контактировать. Так, сейчас скажите, пожалуйста, он движется в данный момент или нет? Нет, неподвижен. Вращается или нет? Нет. Светится или нет? Нет. Вибрирует или нет? Нет. Сейчас меняется в размерах или нет? Нет. Угу, хорошо. Теперь мы с ним установим диалог. И я буду вас спрашивать вопросы, а вы к нему обращаетесь, задаете и говорите ему, что ты можешь мне сказать? И первое, что приходит. Неподвижность. Первое, что пришло. Ага. Что он мог бы вам сказать? Что он вам говорит? Ну вот, что он меня сдерживает, Так, что он сдерживает? чтобы Хорошо. не наделать глупостей. Не делай глупости. Угу. Спросите его, откуда ты взялся? Первое, что пришло, чувство вины. Угу, хорошо. Это очень ценные ответы, которые первые. Спросите его, как ты туда попал? Я пригласила. Угу. Хорошо. Спросите его, когда он туда попал? Где-то 21 год назад. Угу. Хорошо. Спросите его, для чего ты там находишься? Обезопасит меня. Угу. Хорошо. Спросите его, чего ты хочешь? Ну вот по чувствам, даже вот на уровне чувств, что усталость я уже почувствовала от него, что он, наверное, уже и бы хотел бы уже и оставить вот это вот сдерживание меня, наверное. Вот так вот как-то пришло. Хорошо. Спросите его, чего ты боишься больше всего на свете? Опять же, первое, что пришло, что я буду совершать ошибки. Так, ошибки. Хорошо, двигаемся дальше. Как сейчас чувствуете себя? Немножко легкость даже чувствую, вот, да, в Так. этом месте. Хорошо, переходим к его активной трансформации. Сейчас я вас попрошу покрасить этот объект в белый цвет. Хорошо. Теперь покрасьте, пожалуйста, в черный цвет. Угу. Как ощущение? Расскажите, пожалуйста. Вот в черный не очень как-то. Там чувствуется тяжелее, и вот чувствуется, я его больше чувствую. Белый цвет, он был больше такой легкий, как-то не такой, ну, не так видимый, так скажем. Угу. Хорошо. Покрасьте, пожалуйста, опять в белый цвет. Белый цвет как-то ему приятнее, я так чувствую. Хорошо. Теперь опять покрасьте, пожалуйста, в черный. Черный сделала. Не так уже он заметен, не так уже он Хорошо. черным цветом как-то вот выпячивает, что ли, вот как-то менее он чувствителен, вот чувствуя меньше я его. Да, хорошо. Светлана, сейчас не анализируйте, только чувствуйте. Не существует ли такого предмета реально в вашей жизни? Нет. Угу, хорошо. Не существует ли какого-то события, с которым может быть связан такой предмет? Не существует.
Так, вы могли бы о нем рассказать? Да, это мое замужество. Хорошо. То есть событие это замужество. Хорошо. Что именно произошло для вас, когда состоялось ваше замужество? Очень большое чувство вины было, что я совершила ошибку. Хорошо. Когда это стало осознаваться? О, это буквально очень быстро, через месяц после свадьбы, может, через два. И тем не менее, вы до сих пор в этих отношениях. Это было давно, и как бы да. Ну, сейчас я это не чувствую, кстати. Хорошо. Хорошо. Нагрейте, пожалуйста, этот предмет. Придумайте, как вы это сделаете. На солнце, на газ, на... Он должен плавиться или как-то Это как что? вам? Как вы нагреваете? Насколько у Да. вас хватит ресурса? Плавится? Да. Хорошо. Как вы его нагрели? А на солнце. На солнце. Хорошо. Пожалуйста, охладите теперь его. Как вы его охладили? Заморозила. Хорошо. Хорошо. Еще раз нагрейте, пожалуйста. Хорошо. Что сейчас с ним сделали? Я его нагрела еще, и он практически расплавился весь. Ну, еще немножко держится в самом теле. Хорошо. Охладите его, пожалуйста. Охладила. И даже немножко он, вот эти расплавленные части поломались, отскочили, отломились. Да, вообще холодный предмет хрупкий. Раздробите его, раскрошите. Теперь утилизируйте куда-нибудь эти остатки, чтобы их не было. Осталось немножко какое-то вот острие, ну, даже не острие, а что-то вот в шее, просто вот как, ну, типа заноза, наверное, металлическая. Ну, подумайте, как вы можете его разрушить, еще этот остаточек. Ну, как-то не хочет он Не выходить на него. хочет, хорошо. Какие ассоциации возникают сейчас? Первое, что пришло, страх. Страх. Страх, страх сделать ошибку. Хорошо. Как вам кажется, опять первая цифра, которая придет к вам в сознание, какой возраст этого предмета? 10, первое, что пришло. 10. Хорошо. Хорошо. Как сейчас там в этом месте? Какие ощущения? Вот сейчас я уже могу достаточно свободно поворачивать шею. Единственное ощущение немножко как вот как заноза, знаете, вроде она как и не мешает, но я знаю, что она там. Как-то такое вот небольшое раздражение. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста, вернитесь в то событие, которое произошло 21 год назад. Сейчас только телом чувствуете. Поищите, пожалуйста, вот там такой, знаете, самый пик вашего морального такого состояния, напряжения. Поищите его там. Да. Так. Такое психическое возбуждение, напряжение. И поисследуйте, какие установки вы приняли о себе, о жизни и о ситуации в тот момент. О ситуации, что нет выхода, о жизни, что я совершила огромную ошибку, ой, о себе, что я совершила огромную ошибку. Чувство вины за это, чувство какое-то вот, наверное, ненависти к себе, наверное, скорее всего, что я, ну, не знаю, не буду анализировать просто. Да. Хорошо. И о чем еще было? О мире?
о жизни, да, о ситуации, о себе и о жизни. О жизни, что ничего нельзя изменить. Хорошо. А теперь, Светлана, поисследуйте, пожалуйста, вот эти вещи, которые вы мне сейчас назвали, это ваши установки, ваши решения или это чьи-то, как вам кажется? Тоже первое, Нет, что приходит. нет, мамины. Мамины. Хорошо. Да. Как сейчас в теле? Легкость. И даже вот эта заноза совсем уменьшилась. Ну, практически там совсем какая-то вот маленькая такая заноза осталась. Ну, посмотрите, пожалуйста, что она вам там еще хочет сказать? Это ее опыт, то есть у нее был такой опыт. Ну, не то, что она мне говорила, но я просто вот сейчас чувствую, что ничего нельзя изменить, что вот это брак, это нужно терпеть. Это просто, что идет вот эти чувства сейчас, да, и что нет выхода никакого, и ничего нельзя изменить. Ну, как-то меня это уже не устраивает, вот это. Да, я и хотела спросить, как вы вообще сейчас к этому относитесь? Нет, нет, как-то меня не очень уже это устраивает. Вот эта именно скованность, вот эта вот неспособность ничего сделать, не предпринять ничего. А я чувствую, у меня есть энергия на то, чтобы действовать, да, чтобы что-то делать, а не просто сидеть и сказать, что ну все, так получилось. Она и перешла на психосоматику. Хорошо, что теперь с этой занозой? Ну, теперь я ее не чувствую. Сейчас мы еще сделаем благодарность. Вот эти все установки, выводы, это надо будет в терапии переработать. Потом вот эти все решения, которые сейчас функционируют в нашей жизни, они, собственно, весь наш сценарий жизни заложили, да? Тоже нужно будет пойти, попасть во все травмы, где еще были ситуации, в которых не было выхода. Там тоже нужно будет прям каждую перемоделировать, все почистить. И после того, как всю травматику почистите, нужно будет уже зайти во вторичные выгоды и по вторичкам переработать. И тогда все уже это все, ну, сколько там по времени готово, но это в зависимости уже от событий, которые происходили, как-то много всего этого. Хорошо, смотрите, сейчас мы сделаем благодарность. Этого я говорила на лекции, в книге нет, но я всегда этим завершаю, потому что оно чистит остатки очень хорошо. Вы можете закрыть глаз, если вам это будет комфортно. И я просто скажу 3 минутки слова благодарности. Готовы? Да. Вдох-выдох. И мы обращаемся к нему. Спасибо тебе, что в самые трудные минуты моей жизни ты был со мной рядом. Спасибо тебе, что ты всю мою жизнь пытался меня предупредить и уберечь. Я благодарна тебе, что ты один из немногих, кто не отказался и следовал со мной. Но сегодня я уже взрослая. Сегодня я осознала определенные вещи. И сегодня у меня хватает ресурса и сил справиться с событиями моей жизни самостоятельно. Я отпускаю тебя и обещаю тебе, что буду справляться, защищать себя, любить. И отпускаю тебя во Вселенную. Делайте вдох-выдох. И я поняла его роль даже, что он мне постоянно все эти годы напоминал: посмотри, 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 это та же ситуация, те же чувства, те же установки. Хорошо. Так, хорошо. Сейчас я включу комментарий. Не уходите, Светлана. Мы, может, Хорошо. какие-то вопросы ответим, только которые вы захотите. Так, коллеги, я включила комментарии. Вот смотрите, это был предмет в теле. Вот мы сделали, сколько у нас ушло? 45 минут. Не всегда так просто. Бывает до 2 часов получается. Просто у вас много осознанно уже самостоятельно, да, и вы уже сами заинтересованы в том, чтобы двигаться дальше. А бывает, когда человек крепко держится и не готов отдавать, там вот грызешь, зубами не выгрызешь. Почему благодарностью заканчиваю? Потому что, ну, когда через благодарность становится понятно, что это все нас спасает, и оно все нам в помощь, а не... Да. Прекрасное сознание, Виктория пишет.
Вот Виктория тоже моя студентка, тоже можете к ней обращаться, кто хочет предмет в теле. Это я все девочкам давала. Вот Виктория. Угу. Клиенты, которые прошли у меня, ой, студенты, которые прошли супервизию. Так. Угу. Так, ну, коллеги, ну, напишите, как вам, что понравилось, что откликнулось. Может, кто-то уже делал, есть какие-то вопросы, я отвечу на них. Угу. Так. Можете меня спросить, можете Светлану, если она захочет, она ответит. Если нет, то нет. Угу. Хорошо, ну напишите, вам понятно или непонятно все, что мы делали? Светлана, как вы хотите? Я могу вас отпустить, а можем с вами поработать по вторичке. Я бы была бы очень благодарна. Да? Да. Сейчас я тогда придумаю вопрос, пока вот обожаю предмет в теле, такие результаты всегда. Да, вот тоже мои девочки, если зубами не выгрызешь, несколько раз делаем, несколько этапов, как делим на этапы. Да, мы в какой-то момент возвращаемся. Бывает, человек уходит, бывает, так крепко держится, что он уходит, говорит, что он со мной в сумочке пусть побудет, со мной на соседнем сиденье пусть посидит. Это если вот... Потому что бывает разное. У меня огромное количество вот этой практики было, что только не придумывали. И морского ежа вот здесь. Значит, и лизуны вот такие детские, да, и медузы, и когда я сам в пузыре, и когда молоток меня бьет, и вот эти все вещи, это просто, и лабиринты, как будто я по лабиринтам. То есть бывает, что он во мне, бывает я в нем. И вот когда вот человек уходит, он действительно говорит, что мне даже скучно без него, не хочу расставаться. Можно вопрос, вы что-то чувствуете сейчас в том месте, где был нож и заноза, Светлана? Я вот даже сейчас попробовала. Нет, вот видите, у меня даже нет никакого ограничения движения. И было очень-очень жарко, кстати, да, вот когда я прощалась, когда уже последняя стадия, это прям сколько очень жарко. Все понятно, спасибо. Я в конце расплакалась. Как девочки поддерживают. Ой, спасибо. Так здорово. Так, кто-то спросил, я ответила, что да. И если он не завершается, мы либо оставляем. Если уже сегодня много было времени потрачено, то человек не будет иметь ресурса к возврату сегодня. Если это 2 часа, у него просто не хватит сил, потому что, видите, даже жар был, это все равно ресурс, это энергия. Тогда мы возвращаемся к нему на следующую встречу. Так, супер, спасибо за ответ. Очень крутой результат. Вот так вот. Так, сейчас я подумаю, какой вопрос взять. А вы знаете, я так чувствую, что вот этот жар, это просто вот эта энергия, которую я консервировала, да, в теле, чтобы не двигаться вперед. У меня такое ощущение, что у меня просто сейчас чувствую вот эту энергию. Очень круто. Угу. Какие у вас планы были? Вот их прям в ближайшее время осуществите, все, что было. Я чувствую, что у меня хватит сейчас на все осуществить. Так, Дарья, в субботу буду пробовать непроходимость слезных каналов. Напишу потом, как получилось. Да, больше делать акцент на эмоции, какие не выражены, потому что это все про заблокированные чувства. И, соответственно, там нужно будет поисследовать, кто. Вот когда я спросила у Светланы, все-таки чья установка, ее или мамина, то там вот, когда слезные каналы будете прорабатывать, значит, спросите, чье решение не плакать, там, ребенка, подростка, взрослые женщины или все-таки родственников каких-то, близких людей. Угу. Так. Светлана, точно есть силы? Да, точно. Я напишу пару вопросов, 2. Вообще их по-хорошему, но мы посмотрим. Может, мы один возьмем, потом второй. Значит, они идут в паре. По-хорошему, их бы с клиентом выработать в одну встречу один вопрос, а в другую встречу второй вопрос. Ну, посмотрим, как вы себя будете чувствовать, может, мы 2 успеем. Значит, первый вопрос звучит так. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Второй вопрос, будет звучать таким образом. Какую проблему вам мог бы создать ваш муж?
и то надо проработать. Какой вам ближе? Как я даже вот готова, чтобы вы выбрали, и мы пойдем. Какую проблему вы могли бы создать самой себе, или какую проблему вам мог бы создать ваш муж? А можно я уточню? Мы сейчас к предмету не возвращаемся больше, да? Нет, Мы... все, мы его отпустили. Мы только из бессознательного. Сейчас все вопросы, которые будут потоком идти, мы их должны, ответы, мы их должны будем Ну, переработать. сама, конечно, сама. Какую я сама могу создать? Хорошо. Я мастер создавания. Вдох-выдох. Так, хорошо. Готовы? И я буду спрашивать один вопрос, а вы один ответ. Да? Если будете несколько захватывать, я буду вас прерывать, да, и буду задавать, буду направлять. Готовы? Поехали. Светлана, какую проблему вы могли бы создать самой себе? Придумайте. Неспособность что-то делать. Я не совсем уверена. Ну, конечно, это в обход логики, я так понимаю, эти вопросы, да? Да, эти Да. вопросы. Ну, вот то, что идет, я буду выдавать тогда, Вот все, да? что нам самое Хорошо. ценное, это то, что вот прям, знаете, такое нелогичное, какое-то Да, да, глупое, да. какое-то смешное, это самое ценное. Хорошо. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Буксировать, стоять на месте. Отлично. Придумайте, какую проблему вы могли бы создать самой себе. А, нарисовать себе страшилки. Отлично. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Окрасить все в негативный цвет. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Запугать себя. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Обездвижить себя. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? И испугаться идет опять. Хорошо. А Какую повторять проблему? можно? Да, будут повторения, будут сопротивления, все можно. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Заболеть. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Обидеться. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Напугать себя. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Раздуть все до ужасающих размеров. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Вот еще из мухи слона сделать. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Рассказать себе страшные истории. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Опять движение, что-то не залить машину бензином, чтобы она заглохла где-то. Отлично. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Поругаться с близкими. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Обидеть другого человека. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? А сесть и сидеть, ничего не делать. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Еще обездвижить себя. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не позволять себе летать. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Все усложнить.
Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Включить логику. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Запутаться в информации. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Пытаться всех как-то тянуть на себе. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Взять ответственность за других. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Вмешиваться в судьбы других людей. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Прокрастинировать. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Испугаться. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Вот пришло разрешить себе быть счастливой. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Еще интересно пришло быть в счастливых отношениях. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Радоваться жизни. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Быть счастливой. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Вот разрешить себе. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Утонуть. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Покончить жизнь самоубийством. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Ну, быть счастливой. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Сейчас уже все, больше ничего не приходит. Да, все правильно, так и должно быть. Подобрали к сопротивлению. И чем дальше, тем более ценно для нас. Ну вот повзрослеть пришло. Хорошо. Подышите спокойненько через тело, почувствуйте тело. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Быть успешной. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Иметь свой бизнес. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Боли в теле могу создавать себе. Хорошо, отлично. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Ну, чувствовать несчастной себя. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? В
Открыться любви. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Стать ценной для себя. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Делать то, что я хочу. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Навлечь какую-то негативную реакцию со стороны. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Разрешить себе жить. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Разрешить себе радоваться жизни. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Почувствовать себя успешной. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Открыть свой собственный бизнес. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Открыться людям. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Принять жизнь такой, какой она есть. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Отпустить сопротивление. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Принять себя. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Освободиться от навязанных установок. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Разрешить себе испытывать радость. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Радоваться жизни. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Доверять себе. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Доверять миру. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Быть открытой. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Полюбить себя. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Наслаждаться жизнью. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Позволить себе быть той, кто я есть. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Все усложнять. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе?
волноваться за других. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Быть свободной. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Быть любимой. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Доверять окружающим. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Отсутствие денег, существование денежных средств. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Отсутствие жилья. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Отсутствие еды. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Сейчас очень сложно уже. Придумайте. Не заботиться о себе. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Пренебрегать физической активностью. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не развивать себя. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Стоять на одном месте. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Внимание других людей. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не расширять сознание свое. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Оставаться в рамках и ограничениях. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не критиковать себя. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Стремиться к каким-то стандартам высоким. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Чувство небезопасности. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Осуждение. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Ну,
Тратить свою энергию на то, что не работает. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не развиваться. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Ну, как-то вот жить в одном месте у меня тоже есть такое. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Постоянные переезды. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Поиск нового. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Поиск внешних ощущений каких-то. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Поиск одобрения извне. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Ожидать от себя многого. Отлично. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Чувство слабости. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Пренебрегать своим здоровьем. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Мне кажется, закончились ответы. Хорошо. Хорошо, сейчас немножечко сопротивление пройдет. Скажите, как себя чувствуете? Хорошо, немножко так все непонятно моему мозгу, но... Вот это и должно быть. Такое немножко Да. как транс есть такой? Да. Так и должно быть, потому что техника очень схожа с эриксоновским гипнозом, но за счет вопроса вырабатывается еще больше. Пролезаем туда еще глубже, и вот эти ответы, они и сами там перерабатывают бессознательно, да, вот эти вопросы сами себя. Немножко еще готовы пойти дальше? Ну, постараюсь, да. Хорошо, скажите, если что, я прекращу. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не видеть красоту мира. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не наслаждаться миром. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не кайфовать от жизни. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Критиковать себя. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Жаловаться. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Обвинять других. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не доверять себе. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Пытаться нравиться другим. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Быть нечестной с собой. Хорошо.
Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Терпеть то, что не нравится. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Запретить себе быть счастливой. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Доверять мнению других людей. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не быть открытой. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Предавать себя. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Лишить себя радости. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Вот доверять внешним источникам. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не доверять себе. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Ругать себя за ошибки. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Ощущать тяжесть. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не идти за своими желаниями. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Закрыться от мира. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не использовать свою энергию по назначению для достижения своих целей. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Саморазрушение. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Расстраиваться по пустякам. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не осознавать ценность жизни. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не верить в свои силы. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Перекладывать ответственность за свои чувства на других. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе?
требовать от других внимания. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Чувствовать себя неспособной. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не чувствовать своих достоинств. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не чувствую своей ценности. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Поиск причин вовне. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Неспособность обеспечить себя финансово. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Неспособность построить карьеру. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Быть слишком жестокой к себе. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Тревожность. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Уязвимость. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Отсутствие бизнес-мышления. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Разрешить себе взять от жизни то, что я хочу. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Излишняя скромность. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Лень. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Контроль. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе?
тревожность о том, что подумают люди обо мне. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Способность все усложнять. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Отсутствие чувствительности. Отлично. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не слышу твою интуицию. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Синдром отличницы, наверное. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Чересчур логическое мышление. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Отсутствие энергии. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Негативные мысли. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Самокопание. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Отсутствие решительности. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Привычка полагаться на других. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Подавлять свои желания. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Отсутствие доверия Богу. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Отсутствие стремлений. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе?
Отсутствие яркости жизни. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Верить не своим убеждениям. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Не слышать свой внутренний голос. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Вестись на уловки ума. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Чувство вины. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Самонаказание. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Страх брать то, что я хочу от жизни. Хорошо. Какую проблему вы могли бы создать самой себе? Если подходит, не сдерживайтесь. Нет, я просто настолько уже у меня пусто в голове, я уже не знаю, что еще В можно голове пусто, придумать. в теле. В теле вообще расслабленность полная. У меня где-то мозг там стоит в сторонке, не понимая, что происходит, тело расслаблено. Хорошо, потому что напрямую работали с бессознательным, когниции отключены. Так, Светлана, ну, во-первых, что я хочу сказать. Работать с вами одно удовольствие. Ой, Это правда. спасибо. Я думала, это настолько было все запутано и... Нет, одно удовольствие. Во-первых, я хочу вам сказать, что у вас очень много энергии. Вот тот жар, который пошел, у вас действительно много энергии. Получается, к тому, чтобы вам действовать, у вас осталось только переработать, ну, вот травму и вторичку. А энергия действовать у вас есть, потому что такое количество ответов придумать с первого раза, ну вот обычно к этим техникам мы же к ним привыкаем, да, когда мы в длительной терапии, мы очень долго привыкаем. Вы знаете, вот если будете в реливе потом работать, иногда как сложно просто вытянуть ответ. Что люди только не придумывают. Я вот рассказывала в тот раз, там и уходить собираются, и рвет их, и тошнит, и голова болит, и они не знают. И ты им говоришь, то есть приходится придумывать такое количество, чтобы пройти их же сопротивление, допустим, говорить, что задание просто придумать, поэтому придумайте. Когда начинают говорить, да я не знаю, придумайте, да, вот всегда ответ, придумайте. То есть людей очень сильно приходится уговаривать. Начинают говорить, ну вы сейчас подумайте, что там я глупость называю. То есть вот постоянные вот эти, это тогда, когда нет энергии, когда нет ресурса. И ты им говоришь, ребят, если даже вот найти вопросы нет ресурса, да, то как нам двигаться дальше в работе? Конечно, у вас ресурс есть, он внутренний. Светлана, вам нужно просто довериться себе и идти за собой. У вас все будет супер, все у вас прорвет, а знаете, фонтаном стартанет, правда говорю. Потому что работать там, где нет ресурса, очень тяжело.
вытягивать, знаете, вот зубами выгрызать. Да. Для первого раза у меня у самой просто удивление, насколько у вас там энергии. Вы бы еще говорили и говорили. Просто мы две практики взяли, на секундочку. Да. Это представьте, еще две практики вы сегодня выполнили. Да, кстати, кто сегодня в эфире, я хочу сказать, что две практики мы вместе не берем. Это в виде исключения, чтобы оставить нам в записи. Эти практики отдельные, они очень сложные сами по себе. И предмет в теле, и вторичные вопросы. Коллеги, мы их вместе никогда не используем. Все отдельно. Так что это одно удовольствие. Так будет не всегда. Будут клиенты, которые будут упираться. Так, то, что вам брать и действовать, это я сказала. Скажите, пожалуйста, вы для себя что-то там поняли вот так самостоятельно? Да, да, очень много было. Не скажу, что прям инсайтов, потому что мозг реально, логика где-то там в сторонке наблюдала. Но расслабление в теле и такое, знаете, какие-то всплески радости, что ну это такая глупость, все, что я придумываю себе в голове, на самом деле остается только просто вот разрешить себе. Да, очень много было таких вот, как само-само разумеющееся такое, вот, но на самом деле, что я тут усложняю все. Все, что вы сказали, как-то когда-то легло к вам туда, бессознательно. Потому что у одного будет один ответ, да, у другого другой. Это будет именно то, что легло туда. Вы почувствовали, сколько много там запретов на счастье, да, на позволение, да? То есть там сплошным слоем установки, запреты, нормы, морали. Это вот где-то период, когда суперэго в бессознательном развивалось. После прохождения Эдипа, вернее, не после, а во время, чтобы Эдип прошел, созревает суперэго, подавляет наш Эдип. То есть это вот 5-6 лет, вот там кто-то был рядом с вами, это его установки, это его вот эти морали, это вот тот где-то. Ну и дальше, соответственно, все закреплялось, подкреплялось уже самостоятельным. Вот, да, вот так и есть, мне так говорили, вот оно, да? Вот, поэтому... Я там, так, давайте ответим на вопросы. Первый вопрос я там приостановила. Значит, первый вопрос кто-то спросил. Терапевт как-то запоминает ответы? Что именно важно в этих вопросах, ответах? Да, первое время я писала все, прям каждую. Кто начинает, пробуйте. Потом я стала выписывать те, которые вот являются либо внутриличностным конфликтом каким-то, либо то, что мне нужно будет взять на следующих встречах. Там было про неспособность делать, так... Какую проблему? Открыться себе, открыться людям, разрешить. Ну, вот эти все разрешения, позволения, да, быть счастливой, иметь счастье. Вот это все, да, вот эти все вещи просто я себе зафиксировала, чтобы взять их потом в работу. Так, Марина пишет, что я все записываю. Да, Марина, отлично. Так, а если ответы взаимоисключающие, типа проблема развестись и тут же проблема остаться с мужем? Это о чем? Это одна и та же проблема. Развестись или остаться, это нет ресурса к решению этой проблемы. Вот это о чем. Обращаем внимание на это. Да, обращаем, это одна и та же проблема. Так, и у меня был такой вопрос, есть ли противоречащие ответы. Ага, я ответила, Катерина, я ответила. Что с этим делать? Ответила. Нарабатывать ресурс, перерабатывать вторичку, брать вопрос, чем ценно не решать ту или иную проблему, и через это выходить уже в решение. Так, вам, как вам удается успевать записывать ответы или при каком быстром темпе терапии? Да, ответы спокойно записываются, потому что вы сами регулируете. Если чувствовали, я немножко голосом играла. То есть как только чувствую, что... Потому что есть клиенты, которые могут вообще уходить в сон. Но они тоже играют, то есть как бы там не сон, но они такие, чтобы их уже отстали от них поскорее. Вот. И поэтому немножко голосом где-то их раз из этого сна немножко подняли, взбудоражили, потом опять в гипноз такой, да, полугипноз, полутранс. До какого момента нужно задавать вопросы? Смотрите, я задавала ровно 40 минут, 10 минут было без 10, я закончила в 19:30. 40 минут получилось. В принципе, и этого бывает достаточно, потому что человек может сказать, допустим, в вопросе, придумай проблему хуже, чем он может потом в конце через 30 минут рассмеяться и сказать: блин, да нет у меня проблем, все это я себе придумал, все, пошел решать эти проблемы, может и 30 хватить. Вообще я задаю обычно 1:20. И Светлана бы потянула 1:20, просто она уже после первой техники, ну, ей не надо было. И она переработала то, что она должна была осознать, она осознала. До какого момента это я сказала? Значит, ну и еще ориентируйтесь по легкости выражения лица, по лёгкости. Вот когда спрашиваете иногда, как ощущение, человек иногда будет говорить:
Ну, не знаю. А потом скажешь, ой, да нормально. Вот вы по телу, по мимике, по речи, по интонации, все это тот момент, до которого нужно задавать вопросы, то есть до легкости. До легкости. Так, я тоже отвечаю на эти вопросы. 5 минут назад мне уже не хотелось создавать себе проблем, может быть, в этом. Это тоже сопротивление. Злость на терапевта тоже это сопротивление. Так что наша задача терапевтов, кто будет в реливе работать, самое главное – выдержать сопротивление клиента. Почему я говорю, что Светлана подарок? Потому что там такие сопротивления бывают. И ненавижу вас, и отстаньте, и чего вы с этими вопросами, вы мне надоели. И мы просто спокойно говорим про то, что отнеситесь к этому как к заданию. Есть задание, нужно его сделать. Ну и потом решаем, оставлять ли нам вообще такого человека в терапии, потому что это наше тоже решение, и мы, если не выдерживаем, либо идем в супервизию, либо как-то решаем этот вопрос уже с клиентом. Так, я сокращаю и уже привыкла писать. Вы попробуйте темп не такой быстрый. Да, Марина, спасибо. Иногда один и тот же вопрос берется на всю сессию 2 часа. Да, берется 2 часа. И когда человек иногда проходит первый круг, второй круг, третий, и спрашивает, ну вы же видите, что я повторяюсь, вы ему говорите, да, отлично, нам это и надо. Иногда бывает так, что третий, четвертый круг повторов, а потом слезы. Вот когда, знаете, просто психика не пускает, она одно и то же выдает, 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 а потом, ну это в тех случаях, когда вы не видите легкости. Если там на второй круг уже легкость пошла, то уже можно, да, там. Так, вы чувствуете по времени и состоянию клиента, когда вопрос исчерпан, и тогда заканчивается. Да, ребят, вы будете это тоже чувствовать по времени. Вы это будете понимать. Прокомментируйте, пожалуйста, эту технику. А если клиент очень быстро закрывается, типа нет у него проблем, что делать? Значит, что делать? Это сопротивление. Говорите ему, что нужно сделать задание. Вы пришли, вы заплатили деньги, вы взяли время, вы пришли работать, а не сопротивляться. Просто придумайте. Вообще эти вопросы, которые в реливе сформированы, они по сути до бесконечности. Потому что там либо придумать, либо найти место, либо придумайте, что хуже. То есть они по сути до бесконечности. Поэтому вы всегда можете сказать, что вы просто придумываете и проходите свои сопротивления. Вы успокаиваете, говорите, что это нормально, что это норма. Так, продолжать спрашивать или это техника не для него? Продолжать спрашивать. Если вопрос, видите, мы как подошли к этому вопросу, мы же выскочили через предмет в теле вообще, но вы, когда встречаетесь с клиентом, вы сначала снимаете актуальное, что там у него происходит, и вы этот вопрос будете задавать под конкретные его происшествия, что там, да? У кого-то непринятие решений, у кого-то проблемы, у кого-то кто-то не ценит. На обесценивание, может, возьмете вопрос, если он вам принесет, что он не ценен, что его не любят там, чем ценно быть нелюбимым, тогда возьмете, допустим. Или эта техника не для него? Для него. Если вопрос сформулирован в яблочко, в точку, для него. Любое нежелание – это сопротивление. Продолжайте сопротивление. Виктория, спасибо. Оно будет даже на ресурсной технике. Придумайте место, где вас нет. Сопротивление всегда потом открывается на новый пласт. Да, Виктория, спасибо. Дарья, вы этот вопрос сейчас задаете в одном темпе. И интонации. Помню, в прошлый раз лекции про придумывание, что может быть хуже, вы говорили про разные интонации. Сейчас одна и та же. Нет, не, Марин, немножко меняла. Немножко меняла. Да, вот я в тот раз говорила, стимул, интонация. Вы все регулируете. Вы знаете, это очень сильно чувствуется. Вы подключаетесь, вы как бы в одном рапорте устанавливаетесь, и вы очень хорошо чувствуете. Да, Марин, если у него там, допустим, бывают вопросы, когда человек вычерпывает из одного, допустим, вопрос, от чего вы могли бы отказаться. И он видит предметы в своем радиусе, там, от стакана, от ручки, от крема, от, ну, фломастера. И он, вы видите, что он вычерпывает один ряд вопросов. И чтобы вам другой пласт взять, вы его просто интонацией оттуда немножечко. Здесь просто со Светланой, я же говорю, было очень здорово. И поэтому одна такая получилась у меня. Но все равно немножко я играла. Дарья, скажите, пожалуйста, как вы определили вопрос? Почему именно такой? Потому что там через предмет в теле я на него вышла. Мне бы не очень хотелось уточнять. Потом, если что, я либо в личку, либо Светлане я поясню, почему я взяла именно его. Потому что придумайте проблему, которую вы могли бы создать самой себе. Так, потому что у Светланы все хорошо с ресурсом, ей нужно действовать дальше. Да, у меня есть такой же вопрос.
Какой запрос у девушки? Ага, Елена, мы пошли через предмет в теле, поэтому такой запрос. Вопрос, мне кажется, сам напрашивался, исходя из результатов. Да, спасибо. Можно было бы задать вопрос, например, какая была бы жизнь, если бы не вышли бы замуж? Да. Но я подумала, что мы там полезем в глубину, а так как это все-таки на запись, я взяла такой поверхностный. Да, Виктория, вот этот вопрос, который вы предложили, он отличный. Просто я не хотела туда Светлану сильно. Так, спасибо, Светлана. Светлана, вам спасибо, вы молодец. Спасибо вам. Дарья, Светлана, благодарю. Супер. Светлана, Дарья, благодарю. Дарья, спасибо за практику. Светлана, спасибо за смелость. Елена пишет. Так, Дарья, получается, у нас, у всех, по большей части, похожие убеждения и ограничения в бессознательном. Да, потому что мы все примерно дети советского времени, одной эпохи, одного воспитания, каких-то там моментов, которые умели наши родители, всем родом из детства. И как написано, знаете, как написано у нас на рельеф-терапии, да, еще раз я ее покажу, как написано. Все проблемы и травмы зарождаются в раннем детстве и развиваются на протяжении всей жизни человека. Взрослый человек все еще видит мир глазами испуганного ребенка, на которого кричит мама, она кричит в его бессознательном, до сих пор чего-то требует, чего-то запрещает. Это про то, что мы можем себе обещать, что все, я буду себя беречь, лелеять, я буду себя там только правильно к себе относиться там и так далее, давать поддержку. Случается какая-то ситуация, аффект, и кто у нас выскакивает? Наш контролирующий родитель, который скажет, вот опять у тебя руки из одного места, опять ты это не сделала, 33-й диплом не сдала. А если бы был, преобладал бы хотя бы 50 на 50 поддерживающий родитель, тогда бы даже в состоянии аффекта мы бы сами себе сказали, что ну ничего, ну в этот раз так, в следующий раз будет по-другому, попробую еще раз, да? Поддержали бы себя. Поэтому вот сколько было контроля, хотя в моей практике были ситуации, где-то их около 5-70%, когда у человека очень хорошая внутренняя поддерживающая фигура есть, хотя бы от одного из родителей, и она ему, конечно, помогает и в терапии. Вот. Так, у Светланы даже ли так? И задавая вопрос, происходит освобождение в бессознательном. Да, все верно. Юлия, освобождение очень классное, снимается нагрузка с психики, разрешаются, установки становятся услышанные, потому что в трансе все это в таком. У Светланы даже лицо поменялось и расслабленность такая. Светлана, Дарья, благодарю. Как себя Светлана чувствует? Были ли противоречивые ответы? Нет путаницы в голове, спрашивает Ольга. Светлана, к вам вопрос. Как вы себя чувствуете? Я заметила, много было повторяющихся ответов у меня. Видимо, вот с разных сторон я так замечала, что одно и то же, как бы я отсутствие или вот наличие. И чувствую я себя великолепно, чувствую себя очень расслабленно. Немножко меня напрягало, наверное, вот тот момент, что я, наверное, повторяюсь очень сильно, и у меня одни и те же ответы. Но вы говорите, это нормально, да. Это так и должно быть, да. Угу. Раз, раз, другой виток и вычерпали. Ольга, мы на ответ на ваш ответили на вопрос. Так, дальше вопросов нет. Светлана, ну, с моей стороны низкий поклон и благодарность. Спасибо вам Это было огромное. супер, мне понравилось. Спасибо девушкам, что выдержали меня почти 2 часа. Все, будем прощаться. Я вообще прощаюсь с вами до сентября. До сентября. Остаемся, кто со мной пошел дальше в релив глубже, это то, что сейчас с 1 августа мы остаемся. С другими коллегами мы прощаемся до сентября, встретимся на пренатальной психологии. Дарья, благодарю за ответ, техника супер. Да, коллеги, вам удачи, вам зеленого коридора во всех работах, начинаниях и проходите свои сопротивления. И вот сейчас я сейчас буду немножечко больше в Инстаграме. Вы видели, что я как долго отвечала. Но я сейчас буду немножко чаще там, поэтому пишите мне вопросы, если у кого-то есть. Угу. И вот под сегодняшним постом я обещала выложить девочек, которые по реливу пошли. Вот сейчас я закрываю Инстаграм и выкладываю девочек, 16 или 17 человек там, кто были у меня уже на супервизии. Все, Все, спасибо. благодарю. Да. До свидания. Благодарю, Дарья. До свидания.